Сегодня в Котласе вообще очень интересный, насыщенный событиями день. Сейчас около 16 часов, и на улице Невского проходит широкомасштабная акция «Трезвые водители». Порядка 15 сотрудников ГИБДД проверяют все машины подряд, останавливают всех, как видите, но проверяют документы и, соответственно, разные другие формальности. Здравствуйте, командир взвода ДПС, капитан полиции Глинский, проверка документов. Пожалуйста, предоставьте водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис ОСАГО. Проходит у нас профилактическое мероприятие. Трезвый водитель. Трезвый? А что, может, трезвым ездить? Водитель этой легковушки, конечно, шутит. На самом деле лично у него документы в порядке, поэтому проверка занимает буквально пару минут. Госавтоинспектор, убедившись, что все хорошо, отпускает машину. Когда все в порядке, бояться нечего. Все хорошо. А как вы к таким вообще рейдам относитесь сами? Так а что, правильно, меньше будет пьяных за рулем. Люди будут стараться делать все исправно, чтобы у них было все исправно, все документы в порядке. Это был непрерывный поток. Сотрудники ДПС массово тормозили всех подряд. И пенсионеров, и девушек за рулем. Вы испугались? Нет, но у меня, конечно, редко очень останавливают. Это давно уже не было. А вот как вы к таким рейдам вообще относитесь? Вот как водитель? В принципе, положительно. Ну, это как? Их работа. Надо проверять, чтобы были трезвые ездили. На дорогах же опасно ездить. Водитель будет нетрезвый, мы едем. У нас же может попасть мы в аварию. Кстати, место рейда выбрано не случайно. В Котласе многополосных дорог немного. И та, что по улице Невского, одна из них. И еще одна особенность этого мероприятия – оно межрегиональное, с участием представителей из области. Безусловно, когда проводится межрегиональное мероприятие, трезвый водитель, которое направлено на профилактику пресечения правонарушений при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, я лично всегда выезжаю на данного рода мероприятия не только в областном центре, но, безусловно, в районах области. Либо мои заместители, безусловно, осуществляем контроль, как это организовано на месте, какие силы и средства задействованы. За руль только трезвым. Пренебрежение этим правилам может стоить жизни. Его вроде бы знает каждый, но не все его соблюдают. Статистика по-прежнему неутешительна. За последние 3 года на дорогах области погибло 59 человек с участием водителей данной категории. То есть водители в нетрезвом состоянии. В прошлом году эта цифра составила 31. В этом году эта цифра составила 15 погибших. Да, есть динамика, но, к сожалению, в этом году у нас зарегистрировано 103 ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, в которых 135 человек пострадало и, как я уже сказал ранее, 15 человек погибло. Безусловно, это много. Между тем, в регионе во избежание разных автомобильных происшествий реализуется проект «Безопасность дорожного движения». Его курирует Министерство транспорта. Каждого погибшего мы на дороге знаем, рассматриваем, в связи с чем это произошло. И наша там основная задача проекту полностью исключить погибших на дорогах Архангельской области. Сегодня проводится, связано с массовой остановкой транспортных средств, проверка всех без исключения водителей. Это один из элементов этого нашего регионального проекта и направлен на пропаганду трезвого вождения. Наша основная задача в комплексе полностью исключить из процесса движения нетрезвых водителей. А ведь меры наказания для них постоянно ужесточаются, но некоторые товарищи, похоже, не меняются. Так только за час этого рейда в Котласе госавтоинспекторы выявили 2 водителей, ранее уже лишенных прав. А какой будет статистика тогда по его окончании? Ну а всем сознательным водителям сотрудники ДПС снова и снова напоминали: пьяный за рулем – преступник. И вручали вот такие наклейки с профилактическими и запоминающимися надписями. Счастливого пути! Спасибо.